Всем привет! У меня для вас отличный диетический салат с отварным хеком и овощами. Ингредиенты следующие. 250 грамм отварного хека, 2 отварных картофеля, 2 отварных яйца, 1 отварная морковь, 1 веточка укропа и 50 грамм мацони или нежирного йогурта. Разрежу яйца пополам, уберу желтки, использовать их я не буду. Поскольку количество потребляемых желтков диета ограничено, и можно потреблять не более половины желтка в блюдах в течение дня. Нарежу белки небольшими кусочками. Мелко нарежу укроп. Морковь и картофель нарежу кубиками. Я вообще рекомендую отваривать овощи, рыбу или мясо с запасом на несколько дней вперед. Ими всегда можно перекусить, приготовить на скорую руку салат или любую другую закуску. Рыбу разберу руками на кусочки. Удалю кожу, кости и плавники. Нарезать рыбу не нужно. Положу все ингредиенты в глубокую миску, заправлю мацони и хорошо перемешаю. Можно немного подсолить. Замечательный салатик готов. Всем приятного аппетита и крепкого здоровья!